Утро в храме святой мученицы Татьяны при Оренбургском государственном университете. Митрополит Оренбургский Сыроктарский Петр проводит молебен по погибшим в Белгородской области. На службу пришли преподаватели университета, студенты и прихожане. Владыка подчеркнул, духовную ответственность за Оренбургскую землю чувствовал всегда, но последние события отозвались болью в сердце. Известие о гибели людей воспринял с чувством большой утраты. Произошла вот эта трагедия, когда погибли наши земляки. Наши, я могу сказать, со всей совестью, наши родные. Погибли вот вчера вот летчики, 6 летчиков, которые были сбиты подлым образом. Буквально накануне вчерашнего дня мы встречались и с командиром дивизии, с командиром полка вот этих самых летчиков. Они показывали мне эти самые самолеты. Причем посадили меня вот в кресло командира воздушного судна, показали, как это происходит. Они радовались, что вот такой вот есть. Такой есть контакт, и как бы они чувствовали, что вот церковь за них молится. В университете о летчиках говорят с гордостью. Двое из погибших были студентами ОГУ, проходили заочное обучение в магистратуре. Это борт-инженер Андрей Пилуев и борттехник Сергей Житенев. Ректор университета сообщает, учились они хорошо, работали и повышали свою квалификацию. Ушли из жизни героями. Такая трагедия, как сейчас Владыка сказал, что сегодня и вроде в день Пресвятой Татьяны, и радость, и такое печальное событие. Но жизнь так устроена, что и радость, и горе, оно все вместе. Мы скорбим по ребятам, Царство Небесное.